В субботу, 23 декабря, во Дворце спорта «Видное» в фойе на втором этаже танцевальная студия «Тодес» поздравит всех жителей и гостей Ленинского района с предстоящими праздниками. Начало в 12:00. В этот же день музей-заповедник «Горки Ленинский» представит музыкальный спектакль «Серебряное копытце» по сказкам Павла Бажова. Представление с песочной анимацией в исполнении одного из лучших музыкальных коллективов России – Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Начало ровно в 14:00. А уже в 17:00 состоится новогодний гала-концерт «Популярные мелодии». Фееричная музыкальная программа из хитов классической эстрадной музыки. Билеты не забудьте приобрести в кассах музея. В воскресенье музыкальный салон районного историко-культурного центра приглашает всех желающих на сольный концерт Ангелины Пула «Белая метелица». Гостей ждут в 14:00. 24 декабря в детской школе искусств с концертом под названием «Мы встречаем Новый год» выступит вокальный коллектив «Эврика». Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный. В это же время музей-заповедник «Горки Ленинский» приглашает вас посетить одно из самых ярких событий уходящего года – концерт легендарного оперного певца с мировым именем Сергея Леферкуса. Начало уникального события в культурной жизни Москвы и Московской области ровно в 14:00. А в 16:00 в районном центре культуры и досуга пройдет новогодний огонек для социально незащищенной категории граждан. Вход свободный. В завершение кино 23 и 24 декабря в кинотеатре «Искра» состоится предпоказ фильма «Три богатыря и принцесса Египта». В новогоднюю ночь, в то время как князь готовится произнести торжественную речь, а Юля распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алёше и встречают там странного товарища по имени Дурила. Оказывается, это 13-й месяц, который никому особенно не нужен и который пытается осуществить свое заветное желание стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алёше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте, в стране фараонов и древних пирамид. А дальше пирамиды, заклинания, древний огонь и дело в шляпе. Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыря, но и их жены, князь и Юлий. Змей Горыныч и Дед Мороз, и даже сама принцесса Нефертити.